Сегодня глава Чувашии встретился с новым руководителем администрации Комсомольского района. Александр Осипов был назначен на эту должность 1 сентября. Сменив кресло директора спортивной школы на кабинет руководителя администрации муниципалитета, Александр Осипов успел изучить детально состояние дел. Приоритетная задача для вновь назначенного главы – привлечение инвестиций. Район очень такой, имеет хороший потенциал и развивается предпринимательство, и сельское хозяйство потенциал хороший. Но последние годы инвестиции все равно мало привлекали. На 2018 год у нас сейчас ставим задачу по проекту взять. Проблема, она много лет уже существует. Станция биологической очистки сточных вод. До 600 кубов в сутки. Это один проблем вопросов. Ставим, в первую очередь, решение этой задачи, потому что загрязняется природная среда. Там очень много жалоб по этому вопросу, и предписания имеются. Глава республики заметил, в самом разгаре уборочная страда. Аграрии муниципалитета все ближайшие дни предстоит работать, засучив рукава. 70% зерновых уже убрано, осталось порядка 30%. Если при хороших погодных условиях, это 15 сентября, по плану мы должны завершить. Надеемся, только погода с ним подведет, мы этот вопрос решим. Мы сейчас планируем, где слабые хозяйства, где уже закончили урожай, технику перебрасывать на те остающие предприятия, чтобы помочь. Муниципальным властям необходимо расставлять приоритеты при работе над трехлетним бюджетом. Доходная часть районной казны должна увеличиваться. В каждом районе есть там 14 или 15 программ, утвержденных собранием депутатов или администрации. Надо приоритеты посмотреть, оценить. И при сейчас уже подготовке проекта бюджета на 2018-2019-2020 годы кое-какие вопросы с учетом мнений населения надо будет скорректировать. Первый подробный отчет о своей работе Александр Осипов пообещал представить через 100 дней. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.